Добрый вечер. Мы дуэт «Белый острог». Артем Якушенко, скрипка. И меня зовут Игорь Матвеев, гитара. Сегодня мы здесь оказались случайно. Дело в том, что сегодня должна была здесь петь замечательная Алена, но проблемы со здоровьем не позволили ей выступать сегодня здесь, и поэтому нам остается только пожелать ей скорейшего выздоровления и творческих успехов. Сегодня мы предложим вашему вниманию в целом наши новые композиции, а начать мы хотим со старой, которая называется «Пешка». Thank you.
Спасибо. Ну, я уже сказал, что мы дуэт «Белострок». Для тех, кто не знал, нас еще называют «Two Siberians». Но это для нерусскоговорящих, потому что «Белострок» для них сложно. Мы родом из Сибири, с берегов Байкала, как раз середина Транссибирской магистрали. На этой магистрали много что произошло. Даже во время революции там пропал вагон с золотом, который контролировал Колчак и Белочехи. И наша следующая композиция так называется «Транссиб», что переводится «Транссибирская магистраль». Thank you.
Мишку свадьба. Мы хотели их поздравить, пожелать счастья. И поэтому сегодня играем громче, чтобы нас лучше было слышно. У нас есть композиция, которая называется «Шесть восьмых», которая победила на больших конкурсах. И у нас даже есть CD, которая так и называется «Шесть восьмых». Но теперь у нас появилась композиция, которая называется «Пять четвертых». Кстати, ее можно назвать «Пять восьмых». То же самое, кстати, будет. Вот мы ее сейчас сыграем. Я не ухожу, просто у меня гитара. Я все мечтаю о времени, когда вот это должна вот выбежать такая молодая красивая девушка, не гитара, уже настроенная, подключенная. Размечтался. Беру гитару и не ухожу.
Следующая мелодия, она из кинофильма, который недавно вышел на экраны телевизоров, сериала режиссера Олег Фомин. И снимался там тоже из кинофильма «Курьерской особой важности». Олег в аэропорт поехал, поэтому сегодня прийти не смог. Ну, звучит музыка с его кинофильма, называется «Танго», «Танго-самбо». Thank you.
Сейчас будет еще одна тема. Фильма «Тема любви». В каждом кино есть тема любви. Из этого. Чок. Thank you.
Спасибо. Вы знаете, в Черногории есть вообще-то замечательное место. Там есть монастырь в скале, один из древних православных монастырей, который называется Белый Острог. Причем мы узнали об этом гораздо позже, чем назвались. Ну, следующая композиция как раз посвящена Черногории, называется Монтенегро, может быть, или Черногория, не знаю. Как-то так. Thank you.
Знаете, у Пабло Пикассо, или Пикассо, или Пикассо, или Пикассо, да, в зависимости от того, кто француз или испанец, у него есть картина Герника. И печальная история про этот город. У нас есть композиция, предварительно тоже мы назвали Герника. Ну, не знаю, сейчас посыграем. Thank you.
Спасибо, Шенте. Thank you.
Thank you.
свадьба затихла. Кстати, сегодня не только праздник свадьбы, но и мусульманский праздник. Поэтому я хочу сыграть такую восточную композицию, которую назвал «Восточная 27-я». Восточная 27-я. Thank you.
Юрий Матвеев. Старые композиции с разных наших дисков. И одна из них называется «Битва». Thank you.
Спасибо. Нам ваши аплодисменты очень помогают, потому что у нас много кнопочек, надо переключать, пока вы хлопаете, мы не торопимся. Колыбельная.
Я говорил, что у нас есть композиция 6 восьмых. Мы уже сыграли 5 восьмых или 5 четвертей. Ну, теперь на повышение сейчас сыграем 6 восьмых. Я уже говорил, что у нас есть такой компакт-диск. У нас есть с собой, кстати, вы можете приобрести, чтобы оставить память после концерта эти компакт-диски. Мы сыграем композицию, которая называется 6 восьмых. Thank you.
Thank you.
Вот, засунь. Артем Егошенко. Юрий Матвеевич. Ну вот наш концерт подходит к концу. Праздничный. Ну, во-первых, для нас встреча с вами всегда праздник. Во-вторых, сегодня еще ночь музыки, кроме мусульманского праздника и кроме свадьбы. Завтра, по-моему, день рождения или какой-то юбилей у Сергия Радонежского, основателя нашего православия. По-моему, еще что-то происходит в эти моменты. Но, несмотря на что, мы хотим пожелать вам всем счастья, пожелать нам почаще встречаться. И на прощание мы хотим напомнить, что у нас есть компакт-диски, можете приобрести и сыграть вам композицию, посвященную музыке великого американского гитариста Джимми Хендрикса. Назвали композицию «Мистер Джимми». I'm going to go to the hospital.
Фирма Звезд. Фирма Стрепта Сергеевич. Тело мне пошелка, дело что-то тянет. У нас еще остались пластинки. Следующий концерт у нас будет 17 октября в клубе «Дом». Спасибо. В клубе «Дом», Д-О-М, 17 октября на метро Новокузнецка.